В редакцию портала 76.ru продолжают поступать обращения ярославцев. Горожане жалуются на обострившиеся по весне коммунальные проблемы. Самые распространенные среди них – протекающие крыши, затопленные подъезды и разрушающиеся фасады. С похожими проблемами к нам обратилась жительница дома номер 56 по улице Чкалова Мария Кукина. По словам Марии, каждый год по весне ее квартиру заливает. Причиной своего несчастья Мария считает неудовлетворительную работу управляющей компании. По словам женщины, коммунальщики не спешат убирать снег и наледь с крыши дома. Из-за постоянной сырости в квартире отошли обои, натяжные потолки пришлось снять, а установленные в них светильники – демонтировать. Из отверстий под светильники Мария в буквальном смысле слова сливала воду. А ведь в 2010-2011 годах в квартире был сделан капитальный ремонт. Теперь от него не осталось и следа. В одной из комнат вообще нет потолочного освещения, потому что с потолка постоянно капает вода. Вода заливает не только квартиру Марии, но и подъезд дома, образуя лужи на лестнице и площадках. Промок и фасад дома, штукатурка огромными кусками отваливается и падает на балконы и вниз, на пешеходную дорожку по улице Чкалова. Плиты многих балконов также находятся в аварийном состоянии. Мария и другие жильцы дома номер 56 по улице Чкалова намерены добиваться, чтобы управляющая компания отремонтировала крышу, оштукатурила и покрасила стены, а также возместила им материальный ущерб.